Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Многие удивились, в комментарии пишут, что мы авантюристы и на север завезли страусов. Так мы их завезли 4 года назад. Саша, вот это наша взрослая девочка. У нас был печальный опыт. Мы на тот момент завозили 7 страусят. Я уже рассказывала, что кто-то погиб, кого-то там по неосторожности придавили дети, потому что тоже были маленькие. А одного прямо украли вот там с фермы, где вот у нас гуси-утки сейчас. Так и не нашли. Вот единственная наша Саша осталась. Почему мы знаем, что это девочка? Потому что в том году она несла яйца. Ей одно и скучно. Поэтому все-таки... Мы долго решались, должны были все это еще весной привезти, но из-за самоизоляции, конечно, мы никуда не поехали. Ей не то, что очень скучно, ей одиноко, и она в каждом человеке, видать, видит партнера. Да, девочка, вот я подхожу, она садится, начинает. Она у нас очень ручная, очень добрая. Да, Александра, она красавица. Теперь у нее есть друзья. Они немножко подрастут, и тогда, конечно, мы попробуем к ней их подпустить. Я приносила одного страусенка. Они же все равно, вот страусята так пищат. Она головой крутит и понять не может, что это такое, знакомые звуки. Ну, где что? Вот. Так что страусы у нас, она единственная на всю республику. У нас даже в зоопарке страуса нет. Ой, это что такое? Пыль, солнце, почему так освещение какое-то стало? А, так нормально. Вот. Так что страусы в Якутии, это не новинка. Ты вставать будешь? Нет? Ой. Страусы заживут 60 лет. Хотите посмотреть, какие у нее лапы у взрослого динозавра? Вот они действительно лапы взрослого динозавра. Дочь, покажи свою лапу. Вот она больше моей... Вот она больше, видите, моей руки. Ну что, вот моя рука и ее лапа сейчас ударит. Да она же не дерется. Так как-то с другой стороны смотришь, свет по-другому. Вот так нормально. А ты что опять села-то? Александра? Гладь меня. А? Гладь меня. Иди погладь ее. Да. Ну давай я тебя поглажу. О, все, все вообще разомлело. Ну ты что? У нее такое интересное это перо. Вот сейчас они маленькие, лохматые такие. Те полосатенькие, не лохматые, вернее. А когда вот вырастет, она вот будет вот с таким вот... Оно прям перо-пером. Вот такого окраса. Спрашивали про окрас. Какого будет. Я вот говорила, как их определяют. По голосу их определяют во взрослом. И вот, вот по этой, по синеве. У самочки синева должна быть больше. Да, 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 да. Питается она куриным комбикормом. А. Страусят выгоняем. Сейчас пойдем выгоним. Во. Давай, вставай. Кто пришел? Кто? Кто там? Что такое? Что? Любопытное. А те маленькие... Ты услышала, что страусят выгоняют? Ты что-то понимаешь? И вот здесь у нее такая вот подушка воздушная. Вот сейчас ее гладишь, она вытягивает голову. Она, когда ходит, барабанит, вот этот вот мешок у нее надувается, такой большой становится. Такой бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас вырву перо, покажу, какое у нее. Так, одно. Это не болезненно. Ой, у нее перо растет. Вот так. Из одного корня два пера идет. Ну что? Так и будет сидеть, вот так ее поглаживать, да, надо. Зимует она в зимнем курятнике.
вместе с курицами. И, наверное, думает, что она большая курица. Да, Сашка? Вставай! Вставай! Ну. Ты маленький камер, фронтальный, включаешь, короче, да? Ага. Красную кнопку тыкает. Тыкает. Вставай! Давай, 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 поднимайся. Давай, давай, вставай, давай. Вставай! Саша, не хочет, бесполезно. Саш, Саш. Она знает, что ее зовут так. Она отзывается. Да, красавишна. Поэтому страусы это у нас не ново. Что, идем смотреть малышей? Саша? Сейчас попробуем, чтобы они самостоятельно вышли. Зашли вчера, они самостоятельно. Убирай. Привет, банда! Да, вон туда. Нет, я вон туда затыкала вчера. Да. Шторки все равно закрываем. Пошли гулять. Гулять, гулять. Вась, 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 Вась. Васьки, Васьки. Пошли. Ванька, ну-ка, собери-ка вот эти. А откуда они их? Вась, Вась, пошли гулять. Все? Пошли гулять, 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 гулять. Давай выходим. Вчера же не могли выгнать. Михалыч выносил по одному. Ой, чуть я не упала. Ну, что такие трусишки-то? Да? Ладно, сейчас пока они там выгоняются, покажу, чем мы их кормим. Кормим мы их мелким комбикормом. Это прокорм называется. Это для маленьких цыплят. Очень хороший корм. Вот. Ну хотя бы одного выведи. Они обманывают, они вчера сами зашли. Вчера они сами зашли, сегодня они не хотят. Все, пошли, пошли. Пошли гулять, пошли гулять. Молодец, давай. Давай. Нет, 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 нет. Туда. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Туда. Давай. Пошли. Давай я тебя подтолкну. Все, молодец. Иди, иди, иди. Все. На улице. Нет? Ну, а заходить-то они зашли вчера, забежали сами. Нам даже пришлось закрывать. Ну, вот он что делает. Он просто сел. Закрывать. Он сел просто. Ага. Опа, Вань, там забежал другой обратно. Они заходили в хатон самостоятельно. Бегали, поэтому мы на день даже дверь хатона закрыли. Сейчас вынесем эти кормушки. Пока тепло, надо, чтобы они гуляли на улице. Нет, я вас не пущу. Туда нельзя. Нет, нет, нет. Нет. Идем, идем, гуляем. Они стадные животные. Птицы, вернее. Все, потеряли они. Ой-ой-ой. Где там остальные? О, идут. Гонит Ванька. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Да. Все. Маленький, самый хитрый. Самый хитрый? Маленькие все такие. Сейчас убежит обратно. Все. Еще одного веди. Я здесь стою, не пускаю их обратно. А? Ну ничего, привыкнут. Нет? Так, крылышек. Все, выходит сам? Все. О, все, закрывай. Нет, кормушки, Вань. Так, сейчас покажу. Дойду. У африканских страусов, которые большие, у них шикарные большие крылья. У Эма, это Эму, у них вон недоразвитые. Ты поймаешь одного, то я, мне неудобно будет с телефоном ловить. Любого. Вот сейчас покажем крылышки, да. Недоразвитые крылышки, они всю жизнь у них такие. Ай,
Ай. Да. Ай, я к двери. Все, не пищи, я же тебя ничего не буду делать. Вот оно. Вот оно. Это такое маленькое. Ой, маленькое крылышко. Ну, одно название. Крылышко. Все, все, все. Беги. А еще вчера они дверь открыли. Я не знаю, кто. Или дети открыли, или ветром дверь открыла. Они вышли туда, и вот здесь вот по участку мы их ловили. Кто-то сразу зашел, а кто-то разбежался, мы за ними бегали. Я боялась, что в эту... Бегают-то они хорошо, что они в сторону собаки пойдут. Хоть собака птиц не трогает, но это же непонятно, что за птица. Вернее, они не понимают, что это за животное. Все. Ох, ох, напугался, ничего себе, куда? Вот пробег. Они могут развивать скорость до 70 километров. В час. А? Но. Ничего себе, куда побежали-то? Куда надо? Вот так весь день стоит кормушка. О, вода на улице. И они здесь. А если их напугать, побегут. И миф, что страусы прячут голову в песок. От испуга они ее не прячут. Мне кажется, или они подросли? Да не знаю. Но. Надо было замерить рост. Ну, вот так клевает. Так быстро. Быстро, ага. Чуть-чуть подрастут, потом комбикорм поменяем на более крупную гранулу. Вот сейчас это идеальное. Вот все, все. Это добрался до моего кольца. Пришел. Начал клевать. Вот так вот начинается утро. Хочешь покривляться? Не сдержался долго так быть. Да. А вчера у нас еще баня была. Я топила. Молодец. Почти. Кто там еще у меня стоит выше? Что, выключаем все? Включай. Выключай. 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 Выключать? Да, выключай. Сидим мы здесь, как два дурачка с ними. Наблюдаем. Так, я натерла этого, но так как у меня телефон в руке, будет кормить Регина. Да, солнце? Доброе утро, скажи всем. Здравствуйте, скажи всем. Здрасте. Здрасте, здрасте. Давай попробуем сейчас. Сюда накидать, в кормушку. Ну-ка, смотри-ка. Смотри-ка, что вам кинули. На. А им с пола больше нравится. На. На. В общем, затопчут они эту морковку сейчас. И есть, похоже, не будут. Не. Не едят? Спасибо. Чего, солнце, на тебя кинул? Ну, я не специально. Да, я уберу. Сейчас сюда. Не хотят? Не хотят? Что? Волоса, говорю, не едят, хотят. Смотри-ка. Не понравилось. Не понравилось? Им больше нравится без тяжки. Да. Иди тогда Сашке выкини в кормушку. Не хотят. Деловые. Витамины. Вот всякую гадость ходят с пола, собирают, а морковку не хотят. Но. Носятся, как сумасшедшие. Так. Им бы лучше тараканов. А нет, вон траву клюют, которая возле этого, возле крыльца. Им цвет, наверное, не нравится. Морковки. Оранжевый.
Траву клюют. Они траву клюют. Видишь? Траву клюют. Ну нифига, они тогда траву нарвать надо. Травы нарвать. Сейчас заметили? Не знаю, вчера, наверное, не видели. Сейчас тогда я пойду этой мокрицей нарву на грядках. Точно. У нас здесь ее не так много. Так, елки, я петунью нарвала. Сейчас вот кустик мокрицы. Ну, немножко. Так, петунью. Елки, петунью-то они здесь не будут. А, настурцию можно, наверное, им нарвать. Настурция же съедобная. Поэтому сейчас попробую. Тоже не стала есть. Ну вот. Не хотят. Они вот так привыкают к комбикорму. И едят только комбикорм. Я говорю, мы даже Александре эти покупали. Как их? А, листья салата. Нет, ни в какую. Давай попробуем листики настурции нарвать. Экспериментаторы, елки-палки. Цветочков, листиков. Что-нибудь-то будут есть. Трава. Цветы, да, подсолнухи уже нужно выдергивать. Надо, надо. Что, траву принесла, будете клевать? Так, а где у нас еще мокрица есть? Только там на одной грядке, по-моему. Ну, траву общипывают, обклевывают. И то просто побаловаться. Похоже. Да я! Я вкуснее, однако. Ну, за ноги пытаются цапнуть. Ну да, вот это любимая. Кольца, браслеты. Рома подходит и спрашивает, можно босиком или нет? Лето уже почти закончилось. Вон, наслаждайтесь пока. На улице пока тепло. Но босиком уже ходить не надо. Рома, а когда мы это будем разворачивать? Куда разворачивать? Так ее развернуть просто, Рома, в другую сторону надо. Она в эту сторону не открывается. Это вон... Ваню, Борю попросите, Борь, чтобы развернуть ее. Вот перевернуть ее просто нужно. Ну. А где все остальные? Они что делают? Варвары. Вот смотрите. Кто это сломал? А? Соседский Артем. Вот так. Соседи приходят и ломают у нас окна. Там есть, а здесь нет. Нормально. И то смотри. Че, куда дели? Ну не трогай, не ломай. А что ты не сделал тогда, если ты видел, что сломано? Здравствуйте. Здравствуйте. А? Вы за хлебушком? Нет, мы к вам в гости. Заходите. Накрывайте чай. А у меня чайника нет. Ой. О, давай, давай, обезьянище. Да, как ты мне там вчера показывал? Где? В окошко. А, не хочешь? А мы вчера в окошко ходили. Кого? Вчера в окошке обезьянка была, не знаете? В окошке обезьянка была? Да, не знаете, не знаете. Таких, я пошла в баню, а он меня кривляется, в окошко стоит. Кроссовках стоит еще вот каната. Не знаете такую обезьяну? Я вот знаю, она передо мной. Вот к нам сейчас подъезжает управление сельского хозяйства. Иду встречать. Я же на Блиру Рич. Это у нас все же. Нам же для полного счастья только справа со мной. Взрослый же один живет там с той стороны у нас. Ну, по хозяйству пройдемся. Пожалуйста. Поэтому... Ну что, ну вот нам, у нас тем мы занимаемся.
Это мясо. Сегодня, значит, был визит начальника УСХ, новый начальник УСХ и заместитель его. Они делали объезд по крестьянским хозяйствам, знакомились. Очень приятно. Очень приятный мужчина такой. Ну, дальше посмотрим, как он покажет себя уже в работе. Просидели мы почти 1:20, обсудили коров, лошадей, птицу, обсудили планы на будущее. Я надеюсь, что мы все-таки сработаемся.